Друзья, ну что, всем привет, с вами Собережный Монстр, добро пожаловать на мой канал, друзья, это Наскар Паркинг, мать его, мультиплеер. И сегодня, друзья, ваша, наверное, самая любимая рубрика на моем канале, друзья, Путь Бомжа в Карпаркинге. И это у нас, собственно, по счету уже, по-моему, если я не ошибаюсь, пятая, друзья, серия. Так что думаю, что за новый ролик, за новую серию Путь Бомжа сразу, пацаны, без раздумий, как бы вообще, без вообще, реально, вообще не думайте, пацаны, сразу как бы ставьте лайки, пацаны, и оформляйте подписку. И, кстати, скоро будет на моем канале влог, так что, друзья, подписывайтесь и обязательно включайте, пацаны, колокольчики. Так что, друзья, короче говоря, сегодня у нас будет очень такая грандиозная, очень такая масштабная цель, потому что, как вы все знаете, я в каждом ролике, то есть в каждой серии Путь Бомжа, что-то, почему так? Друзья, как вы уже все поняли, я в каждом ролике, то есть в каждой серии Путь Бомжа, я ставлю себе определенную цель, как бы, и я должен буду в том ролике, как бы, выполнить ту самую цель. И сегодня, пацаны, если я в прошлых роликах, как бы, ставил себе такую, ну, небольшую цель, я как бы это выполнял. Сегодня, друзья, я намерен себе реально поставить очень такую большую цель. То есть, пацаны, сегодня я реально намерен, пацаны, заработать 10 миллионов. Ну, это не знаю, какие рубли это. Ну, давайте скажем рубли. Не, давайте лучше доллары, пацаны. Сегодня я намерен заработать гребаных 10 миллионов долларов, пацаны, за один ролик. Так что, друзья, думаю, что за такую, грубо говоря, цель надо просто влепить лайк, потому что, друзья, это очень сложно. Во-первых, на это как бы уходит очень много времени, так что, друзья, пожалуйста, поддержите меня лайком, чтобы Путь Бомжа, пацаны, выходил чаще. Друзья, кстати, я думаю, что вы уже заметили, что у меня нету ламбы, а вместо ламбы у меня AMG GTR. Объясняю, в Карпаркинге вышла обнова, в котором удалили абсолютно все ламбы. И я, как бы, вчера сел записать видос, я, как бы, продал, то есть я, как бы, зашел в игру, у меня ламбы уже нету. Я купил эту, пацаны, ГТшку, у меня, как бы, было, по-моему, 4 ляма, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, или было 3. Ну, короче говоря, это не суть. Смотрите, пацаны, в Карпаркинге удалили абсолютно все ламбы. То есть теперь, пацаны, в Карпаркинге больше ламб нету. Понимаете, в чем прикол? И поэтому я в прошлом ролике типа сидел, думал, куда моя ламба пропала. А потом я узнал то, что ламбу просто, пацаны, удалили из игры. То есть теперь у нас в игре, как в Карпаркинге, вообще нету ламбы, пацаны, ни одной. Так что, друзья, теперь у меня ГТшка, и я собираюсь сегодня, друзья, заработать просто немеренные бабки. А также, пацаны, я сегодня собираюсь заработать хотя бы чуть-чуть коинов, потому что, друзья, коинов у меня просто ноль. Короче, давайте, пацаны, посмотрим, за что мы можем заработать вообще коины. Окей, смотрите, пацаны, у нас как бы на сегодня три цели. It's playtime, то есть за это нам дают всего лишь 10 коинов, то есть я должен буду отыграть 45 минут. Чего? Ладно, Mad Road, я как бы должен буду, пацаны, проехать по бездорожью 4 километра, думаю, что это дает довольно-таки, ну, неплохо, и продать 3 машины. Вот это сегодня как бы я точно как бы сделаю, ну, вообще, по-любому, потому что сегодня как бы я реально собираюсь заниматься перекупством. Но, друзья, сегодня мы должны будем продать эту ГТР, этот Мерседес, короче говоря, друзья, так что, пацаны, с вас лайк, сразу просто сходу подписка, а мы начинаем, сейчас я заряжаю своим другом, в принципе, который мне всегда помогает. Все, заряжен на все 100%, короче говоря, да. Ой, у меня клава упала. Теперь, друзья, короче говоря, у меня данная машина, собственно говоря, в стоке, а вот, и просто я ее купил, друзья, я даже не ставил диск, как я ее просто перекрасил, сделал фары, в принципе, то есть она мне, пацаны, обошлась примерно миллион, 1 200 000 максимум, короче говоря, и сегодня я собираюсь эту машину продать, ну, если мне повезет, за хотя бы лям 800, думаю, не лагай, успокойся, Карпаркинг, все нормально, все под контролем, короче, пацаны, сегодня я собираюсь эту машинку продать хотя бы, ну, если она уйдет, блин, за лям 800, думаю, просто будет шикарно, даже, друзья, давайте заедем жопа, чтобы, как бы, морда внелась, потому что этой машины... Ты чё, дурак, что ли? Хватит, да, блин, надо, уйди в жопу, все. Так, друзья, заезжаем на рынок сразу, окей, заезжаем, пока меня нахуй не сбили опять и не протолкнули сквозь текстуры, все, останавливаемся. AMG GT Full Pack, Full просто, давайте вот так напишем, почему умеет. Давайте поставим лям 800, потому что, думаю, что довольно-таки адекватная цена. Так, друзья, сейчас мы что делаем, просто стоим, ждем, давай, ник, купи, девушка. Эта машина как раз для девушки, давай. А, я думал, да, я думал, она купила. Пожи за 1.6. Давай. Так, какой у нее ник? У нее ник, как бы, ник. Хорошо. Ник, давай. Селкар, лям 600. Раз, два, три. Давай. Давай, покупай. Я в любом случае буду в плюсе. Давай. Давай, давай, чувак. Не думай. Ракатап. А, блин, я в трусах. Ракатапатартукарапартако. Ты меня целуешь? Стой, выйдешь за меня. Стань
моей женой. Куда она ушла? Куда она ушла? Она меня бросила. Друзья, я в плюсе. Короче говоря. Чудо, сегодня ролик очень слишком хорошо начался, или мне кажется, блин. Хорошо, у нас почти 5 лямов. Я выполнил первый. Собственно говоря, осталось, чтобы продать 2 машины. И, в принципе, мы заработаем 25 коинов, боже мой. Это очень мало, это, друзья, очень мало. А потом, если мы заработаем коины, то потом с нами будем уже покупать машины с рынком. Так что, друзья, вот покупать машины с рынка — это вообще кайф. Так, друзья, короче говоря, я решил не покупать пока что машины с автосалона, грубо говоря. И я решил, пацаны, сейчас поехать на рынок на приоре, почему бы нет, потому что у меня в кармане 5 громадных почти лямов. И, пацаны, посмотреть, смогу ли я позволить себе уже какую-то такую готовую машину, то есть машину готовую для продажи. Потому что покупать машину самому как-то скучно, знаете. Продается Хаммер за 150 тысяч, продается Крузак, продается Порш за 5 лямов. Блин, дорого, конечно, он, по-моему, закоинный, но дорого, пацаны. Ну, возможно, недорого, но для меня дорого, потому что у меня столько нету просто физически. Так, друзья, я решил окончательно. Сейчас я буду делать Toyota Supra из Форсажа. Потому что я видел, что в комментариях вы меня просили, подписчики. Сейчас мы покупаем Супру. Где она, блин, Супра? Ты где, зай? Зайчик. Зайчик, ты где мой? А вот Супра. Она стоит всего лишь 143 тысячи, в принципе. Так, друзья, покупаем Супру. И сейчас я постараюсь сделать, друзья, винил с Форсажа. Так что, друзья, погнали, я сейчас попытаюсь, конечно, но вряд ли у меня хорошо получится. Но в любом случае, погнали. Так, друзья, я же вообще сам по себе хитрожопый. Зачем мне делать Супру самому, если у меня есть мои любимые подписчики, которые могут продать мне Супру? Я как бы сделал, пацаны, пост у себя в телеграм-канале, как бы, если что, можете перейти по ссылке в описании, потому что тут я очень много общаюсь, как бы, с подписчиками, как бы, тут моя жизнь, грубо говоря, то есть, как бы, я тут все вам показываю, как бы, так что, друзья, как бы, залетайте, в принципе, ссылка в описании. И я только что, как бы, сделал пост, у кого есть Супра с фотографа, куплю прямо сейчас у вас. Давайте посмотрим, у кого есть Супра. Вот пацан пишет у меня. А, привет, покажи Супру. Так, друзья, давайте купим, как бы, у подписчиков, в принципе, Супру. Просто прикол в том, что, пацаны, честно говоря, как бы, не буду вам врать, как бы, зачем мне вам врать. Друзья, я не умею хорошо делать винил. То есть у меня это, как бы, ну, не получается. Ну и что, что я играю в карпаркинг 4 года, блин. Я не умею, пацаны, нормально делать винилы, к сожалению. Так, мне подписчик пишет, ты реальный? Я просто нереальный, пацаны. Доказываю тебе, что я реальный, в принципе. Подожди. Вот сейчас я записываю ролик, и вот сейчас я тебе пишу. Так что давай, показывай Супру. Так что, пацаны, ждем, пока он нам покажет Супру, в принципе. И сейчас мы у него купим Супру, в принципе. Мне он пишет то, что он пошутил. Я понял тебе. Ладно, и как бы есть второй клиент у нас. Так, друзья, я зашел к подписчику на карту. Давайте посмотрим, какая у него Toyota Supra. Так, где он? Вот он. Так, 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 так. Давайте посмотрим, насколько у него хорошая Toyota Supra. Так, ох, нихера себе. Чувак, привет! Прикольная Супра, слышишь? Нифига у него Супра, пацаны, гляньте! Ошалеть, это мне нравится, пацаны, какая у него красивая Супра, не? Так, за сколько продаж? Так, друзья, мне дали 10 коинов. Нифига себе, спасибо. Так, за сколько он продаст эту Супру? Мне очень интересно, пацаны, у меня забагалось все абсолютно. Так, за сколько, пацаны, посмотрим, он продаст эту Супру. Честно говоря, я пока что не понимаю, за сколько он ее продаст. Блин, он торгуется, черт возьми. Ну, брат, ну не торгуйся со мной. Просто скажи лям, я ее куплю прямо сейчас. Давай лям. 20к. 20к. Какой 20к? У меня всего лишь... Так, давайте, у меня всего лишь 1,5к. Блин, друзья, у меня для покупки это Супра всего лишь 1,5к. Честно, пацаны, я не особо хочу сейчас сливать. Давай, ладно, пацаны, в принципе, Супра, думаю, что должна уйти за очень дорогую цену. 1,5к? Го! Продавай, давай. Я ему сейчас хотел сказать, пацаны. Я ему только что хотел сказать 3к, и он согласился на 1,5. Аша, нифига она полетела. Блин, я просто не успел ему написать. Я ему уже писал, что давай куплю за 3к. А он согласился на 1,5. Просто подписчик. Просто респект. Спасибо тебе большое, чувак. Блин, какая Супра прикольная. Ошалеть, пацаны, жесть. Хорошо, это мне нравится. Это мне очень сильно нравится. Так, бай.
Друзья, можете меня поздравить? Спасибо. Друзья, в принципе, он реально мне продал эту супру за очень маленькую цену, мне кажется. Друзья, короче говоря, пишем в комментариях, вот его ник Drift Taxi просто лучше, потому что он мне дал супру за, честно, маленькую цену. Я хотел как бы у него уже купить супру эту... А где обвесы? Где диски? Где обвесы и диски? Алло! Куда они пропали? Чё за бред, блин? Почему у меня все пропало? Все, ставим пациента все. И в принципе машина у нас на 900 сил, у меня осталось 52 ляма. Теперь я, короче говоря, должен буду ее продать. В принципе, я думаю, что за 6 лямов как минимум. Даже 8 можно, пацаны. Давайте продадим эту супру за 8 лямов. Думаю, что шикарно будет просто. Так, друзья, момент просто X. Теперь я должен буду, пацаны, продать эту машинку за хотя бы 8 лямов. Просто. Так, пацаны, я еще на паузе подхимичил чуть как бы над цветом, как бы он стал более таким ярким, над этими тормозными дисками. В принципе, и, пацаны, машина выглядит теперь просто сногсшибательно. Уйди, блин. Теперь, пацаны, я оставлю эту супру. В принципе, давайте, не давайте как бы прям сразу, давайте за 10 лямов, давайте. Окей? Так. Ставлю, пацаны, сразу. Не хочу никакую я. Сразу, пацаны, все подбежали. Просто моментально. Мне предлагают это самое, Toyota Supra. Давайте, пацаны, за 10 лямов. Я не знаю, сейчас ее купят или нет. Но давайте выложим. Так, раз, два, три, все шикарно, пацаны. Toyota Supra, 10 лямов. Давайте, пацаны, давайте все. Ну, купите, пацаны, если сейчас эту супру не купят за 10 лямов, потому что там сбоку я вижу моего конкурента, который продает i8 обычную за 30 миллионов. А я выложил легендарную еще супру. Так, друзья, теперь мы просто стоим, ждем. Ты че, охренел? А ну-ка пошел в жопу, не сбивай меня. Так, пацаны, прошло уже примерно, ну, минут 10-20, наверное. Вот эти пацаны тоже как бы вместе со мной стоят все. А я, друзья, не отчаиваюсь. Я жду, пока кто-нибудь приедет, блин, и купит у меня эту гребаную супру. Что-то она вообще не продается, блин. Хотя всем она так нравится, черт возьми. Но я, пацаны, жду. Опа, вышел, давай. А, блин, он бомж. Друзья, я просто, ну, уже стою очень долго. Я чуть подустал уже, в принципе. Но пока что... Никто не покупает у меня супру. Я думал, она, блин, быстро уйдет, хотя она что-то не выходит. Я реально думал, что эта супра, пацаны, быстро уйдет. Я типа как бы покупал эту супру в надежде того, что как бы ее, пацаны, быстро купят, но как мы видим, ее, пацаны, пока что не покупают. Ладно, че, ждем. Блин, какой я черный! Я супру гребаную, пацаны, продал, если чё. Можете меня поздравить, в принципе, я продал гребаную Toyota Supra. Салам алейкум, я заработал просто только что, друзья, я только что за 5 минут, нет, вру, ну там я проставил минут 15, наверное, это как бы не особо долго, но зато я заработал, то есть у меня уже на балансе за 5 серию, пацаны, 12 миллионов, так что, друзья, думаю, что надо влепить лайк или запишем прямо сейчас в комментариях, какую следующую машину мне, пацаны, сделать или купить. Так что, друзья, пишем в комментариях, мне как бы вообще машину покупать у подписчиков, или же, можете, пацаны, предлагать ваши машины у меня, пацаны, в телеге. Так что, друзья, ссылка в описании, переходим, подписываемся. Это, пацаны, был Путь Бомжа, очередная цель выполнена. Но, друзья, в следующем ролике будет намного интереснее. Так что, пацаны, с вас лайк, подписка, 12 миллионов на балансе, тоже очень красиво, пацаны, прям выглядит. Так что, пацаны, на этом у меня все, всем удачи и всем пока-пока.